Вот вы собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимаете. По нашим землям прошел император Имгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до Синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера, вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите. Не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите. Почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения! Тролли, трупоеды, волколаки. Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных во лжбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да, с годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу, позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север обливается кровью. Битвы есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждое полнолуние. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь — час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь — час безумия, час презрения.
Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велен. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Я у себя в лесу кое-что поинтереснее находил. Как тебя, бароновы люди, кнутом проучат, не будешь такой за... Откуда тут вообще охотники за колдуньями? Не ехали же они из самого Новиграда, чтобы вздернуть двух холоп? Не знаю. Они сказали, куда едут? Геральт, хорошо, что ты пришел, а то с этим мужичьем сладу нет. Надо будет их кнутом поучить, может, яснее заговорят. Ну, говори, куда по... В деревеньку на болотах, господин. Пикат. Девушка... Геральт! Мне надо приготовиться. А, ну тебя как знаешь. Я собираю людей и отправляюсь. Я догоню тебя в деревне ведьм. Собирайтесь! Пойдем на болото! На ведьм охотиться! Ёбаные топи. Дух тут тяжелый, вот у крестьян мозги и гниют. Ведьмак страшила. Я у себя в носу кое-что поинтереснее. Чем могу? Я хочу. Бывай. А
Ой. Геральт, спасибо за все. У вас в руках такое ремесло, что... Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Шевелись, плотва. Мы сюда полезли. Сейчас вот справились. Дальше что? Да. А есть сильный бэр. Что такое, приятель? Да не в жизнь. Ладно, господа, шевелитесь. Покажем этим тварям, кто тут хозяин. Что ты здесь делаешь? Ведьмак, ты передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться. Ты же привела с собой друзей? Я не боюсь. Вечный огонь меня защитит. От меня и защищать не придется. Тамара, доченька, вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю?
Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Твой отец и правда хочет найти жену. Твою мать. И много он тебе платит, чтобы ты держал его сторону? Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это мы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит, ты с ними теперь? Может, еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Ведьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял 5 людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. Нет. Эй, сюда! Оттерла все. Эй, давай-ка назад. Грязнуля. Пряника кусок. Свеженький, горяченький. Мама. Вот и ты. Свежий. Как цветочек. Бей меня. Вышло слишком мало. Я надкусила проверить, крепкий ли. Но он свежий. Жалься. Жалься. Я просила, молила. Мама, это я. Ты узнаешь меня? Что с ней такое? Я же сказала, что все сделаю. Дай-ка сюда, я протру. Все начисто ототру. Мама! Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Идут. Идут сюда. Сейчас. Может, иди. Порубим тебя, юноша. Отличный выйдем, супчик.
громкий текут. От тебя будет страх. Ты испортишь нам трапезу. Порубим тебя, юноша. Отличный выйдем супчик. Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Порубим тебя, юноша. Отлично, выйдем сутки. От тебя сердит страх. Ты испортишь нам трапезу. Прекрасное тельце, мускулистое, аж слюнки текут. Порубим тебя, юноша, отличный выйдем супчик. От тебя смердит страх. Ты испортишь нам трапезу. Порубим тебя, юноша. Отличный выйдем супчик. От тебя смердит страх. Ты испортишь нам трапезу. Порубим тебя, юноша. Отлично, выйдем супчик. От тебя смердит страх. Ты испортишь нам трапезу. Прекрасное тельце. Мускулистое.
От тебя смердит страх. Ты испортишь нам трапезу. Что это было? Похоже, бес. Ведьмы нас почуяли и послали его за Анной. Проклятые ведьмы. Мало они нам зла причинили. Хватит! Я забираю ее. Это моя жена. И она вернется со мной домой. Я буду рад, если ты поедешь с нами. Не прикасайся к ней. Мы обе уезжаем из этого проклятого места. Она больна, слаба. Куда ты собралась тащить ее в таком состоянии? В Оксенфурт? Ты убьешь ее! Я о ней позабочусь. Вы рвете ее друг у друга, как тряпичную куклу. Дайте ей решить. Куличики? На обед будут. Куличики! Ничего она сейчас не решит. Это какие-то злые чары. Ведьмак, помоги ей, прошу тебя. Боюсь, это не злые чары. А что же? Она слишком много вынесла. Потеря ребенка, похищение бесом, жизнь в деревне у ведьм, забота о детях, которые теперь пропали. Все это оставило на ней след. То есть ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу ее к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар врачевания. Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательства перед Церковью Вечного Огня. Как только мы закончим дела в Велине, ты вернешься со мной в Оксенфурт. Ты сказал, что спасешь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботится? Ты же знаешь, кто он такой. Знаешь? Он уверяет, что изменился. И я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней. А у тебя теперь новая жизнь. И новые обязанности. Не бойся. Все будет хорошо. Я больше не притронусь к водке. Найду знахаря. А когда он ее исцелит, мы тебя отыщем. Поклянись. Клянусь. Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовищ. Не важно, кто дает заказ, важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что ведьмак станет защищать их от них самих. Спасибо за помощь, ведьмак. Несмотря ни на что. Да хранит и направит тебя вечный огонь. Спасибо. Прощайте. Ведьмак. Ведьма. Всегда